كيف نعرف الساحر؟ Как нам узнать о том, что тот или иной человек является колдуном? الساحر أولا يخالف شروط الرقية التي ذكرناها الثلاثة. Первый признак того, что человек является колдун, это тот, кто при рукье не соблюдает условия руки. يتكلم بكلام غير مفهوم. Говорит вещи, которые непонятны. مثلا. Вот так вот болтает, как шейх показал. وكذلك يريد يعلق الناس به. И точно так же берет все причины, чтобы людей связать с собой. يقول العلاج عندي, علاجك فقط عندي. Говорит, что тебя может вылечить только подобный мне или же я. وأنا غير مسؤول عنك بعد ثلاث ساعات مثلا. И говорит, через три часа, говорит, я за тебя ответственности несу, если ты уйдешь. يأمر المريض بمخالفة الشرع. Приказывает больному, чтобы тот делал то, в чем есть противоречие шариату. يقول له لا تصلي. Говорит, не молись. لا تسمي عند الطعام. Не говори بسم الله при еде. لا تغتسل من الجنة. لا تتطهر من البول. Не делай гусль после совокупления с супругой, не очищайся после исправления малой нужды. تذبح دون أن تسمي. Если режешь скотину, то не говори بسم الله. يكتب له حروف ألف. يقول هو الله أحد ألف. الله الصمد سين. حروف هكذا. سين كاف عين هكذا. Пишет ему какие-то буквы, то есть пишет с буквы аббревиатуру вместо того, чтобы писать Коран. أو يصنع مربعات هكذا. ويكتب فيها أحرف. Или же рисует как крестики нолик крестики какие-то клеточки и туда рисует буквы. يعطيها المريض مثلا في لباس. Потом дает, говорит, носи это в одежде. أو يضعه في عنقه أو في جيبه. Или же повесь на свою шею или положи себе в карман. نعم هو يطلب مال احيانا واحيانا يطلب اشياء تعجز انت عنها. Иногда он требует от тебя денег, иногда требует, чтобы ты совершил что-то, что не в твоих силах. حتى ياخذ منك المال. Чтобы ты заплатил ему деньги. يعني يقول لك مثلا هذا السحر الذي لديك سحر خطير ويحتاج الى فأر اعمى. Он, допустим, тебе говорит, я вот это твое колдовство, которым ты поражен, очень страшное колдовство, и чтобы его вылечить, нужно найти слепую мышь. أنت تقول من أين أتي بفار أعمى؟ А ты говоришь, а где я найду слепую мышку? يقول عندي من يأتي بفار أعمى لكن يأخذ مثلا 5000. Он говорит, у меня есть один знакомый, может слепую мышку принести, однако возьмет за это 5000. نعم, هو قد يتكلم أحيان بكلام جميل مرتب لكن هو في الواقع في الحقيقة يخالف الشرع. Иногда он может говорить такие красивые фразы, такие красивые речи, однако по сути дела противоречит ими шариату. يسأل عن اسم الأم. Например, спрашивает, как твою маму звать? يعقد العقد وينفث فيها. Завязывает узлы и начинает плевать в них. ينظر في النجوم. Смотрит на звезды. يعتقد أن النجوم لا علاقة بالحوادث الأرضية. Он убежден в том, что звезды влияют на то, что происходит на земле. يخبر عن المستقبل. Рассказывает о будущем. يخبر عما في الضمير. يقول أنت تحب فلانة. Рассказывает тебе о том, что в твоем сердце. Говорит, ты любишь такую-то. يخبر عن الأشياء المفقودة الضائعة. يقول هذا المفقود الذي لديك الولد مثلا تجده في مكان كذا. Сообщает о потерянных вещах. Ты, допустим, потерял ребенка, говорит, твой потерянный ребенок в таком-то месте. لا يمكن أن نصدق هؤلاء. Таким нельзя верить. لأن لو صدقنا هؤلاء. Потому что если мы им поверим. يكون هذا تكذيب لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. То этим самым мы, получается, не верим тому, о чем нам сообщил пророк صلى الله عليه وسلم. نعم.